Участники специальной военной операции встретились со студентами гуманитарно-социального института. Учащиеся узнали из первых уст о буднях военнослужащих. Тему продолжит наш корреспондент. Решение уйти в зону СВО было принято по зову сердца. Военнослужащие рассказали молодежи правду и объяснили, почему решили стать добровольцами. Я ушел 10 октября 2022 года. Сам пришел в военкомат, долговец. Был первая чеченская война. Но это сейчас совершенно другая. Когда мы везли туда гуманитарку, навстречу нам ехали автобусы, переполненные женщинами, детьми, которых уже тогда эвакуировали из Донецкой. Там знали все, что будет война. Позвонил комбат и говорит, надо формировать батальон. Добровольческий, вот БАРС-13. Я заместитель командира батальона БАРС-13 был. И в мае месяце, значит, мы уже прибыли на фронт. Участники специальной военной операции рассказали, как, будучи на передовой, они помогали мирным жителям, не отказывая им в помощи даже ценой своей жизни. Никогда не забуду вот эту вот вереницу беженцев, когда мы отступали как раз с Красного Лимана. Они поняли уже, что мы будем отходить. Это вот эти солдаты, которые измучены двухнедельными боями, без воды, не было времени поесть, под постоянными обстрелами. В лучшем случае мы спали 2 часа в день, в лучшем случае. И сами, вот я знаю эту усталость, в смысле, я знаю, какие они усталые. Сажают вот этих пожилых людей мирных, а сами идут пешком. Самое запоминающее, это, конечно, не бой, не боевые столкновения, а именно вот когда мирное население просит вывести женщин и детей, которые на самом деле очень беззащитны. После истории с передовой студенты смогли задать вопросы военнослужащим. На данный момент Виктор Исаев и Равшан Давранов демобилизированы по состоянию здоровья, но продолжают помогать своим товарищам. Каждый месяц они собирают и отвозят гуманитарную помощь. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.